Раз, два, три, четыре, пять. Ребят, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономании. И иногда бывают паузы перед видео, потому что вот когда запускается запись и идет вот процесс начала записи, то может быть какие-то лаги, и пару секунд видео может либо вообще звук не записать, либо пролагать, потому иногда бывают такие паузы. Это нормально, ребята. Заглянул я вот в такую вот вкладочку Лиги Клана и смотрю, мы, ребятки, тут находимся на 7-м месте. Довольно-таки неплохо, но смотрите, вот на 4-м месте находится клан, называется «Самый лучший», и у него всего лишь 35 участников. Недавно почистили ряды. Клан «Звездный», тоже вот русский клан, находится на 5-м месте, у него 44 участника. Так что, ребятки, давайте активнее, а то мы как-то что-то немножко застоялись на месте, надо как-то двигаться вперед, развиваться, для этого нужно всем вместе, дружненько, активно участвовать во всех клановых заданиях. Сейчас у нас идет замок, мы его штурмуем. Вот так вот идет наша осада. Ну, сейчас, наверное, выходные, потому могут быть некоторые задержки. Но, тем не менее, нужно, ребятки, стараться, чтобы мы вместе с вами росли. Итак, я тоже ряд заданий уже выполнил. И у нас осталось побеждать на колдовской арене и темница. Давайте сейчас выберем, наверное, колдовскую арену. Но перед тем, как мы туда вернемся, нам нужно кого-нибудь качнуть. Так. О, пусть будет, ребятки, знаете кто? Дракончик Эхо. Такой забавный. Делаем себе скриншотик. Он как напоминает какой-то реально чупакабр. Вот у него шерсть как у какого-то барашки, ушки как у летучей мышки, или у какого-то, можно сказать, ушки как у зайчика, носик как у летучей мышки. Ну вот такой вот себе гибрид. Ну вот так вот он подрос. Ну напоминает какого-то конька-горбунка из старых советских сказок. Прикольно, у него стихии, то есть тень, огонь и ветер. Давайте на 10 его накормим. Хватит, хватит обжора, хватит с тебя. Так, а ну-ка, давайте еще раз. Промахнулся. Прикольно. Прикольный такой дракончик, да, длинная у него такая шея. Давайте посмотрим, что у него по показателям. 1800 в час, 366 атака. Это у нас эпик, интересно. Так, не гляну, правда, какая у него была атака в самом начале. Ну то ладно, так. Нам еще нужно задание X качнуть на 45 уровень вот это вот парнишку. Но у нас еды не хватит. То есть мы максимум... Ну вот нам не хватает еще... 200 копейками, 1240 тысяч. Но ничего, мы это с вами скоро сделаем. Закончилась у нас вот та вот акция дурацкая. Ничего я там, по-моему, даже не знаю, до какого этапа дошел, буквально там до 5-го. Я не взял, наверное, даже не выиграл эту легендарное жилище. Ну, она была изначально гиблая какая-то. Вы видели, как можно драконов... Давайте эту штуку мы участвуем. А сейчас у нас, ребятки, появился новый дракон, про которого я вам говорил. Кто смотрел прошлое видео, тот знает, что работник — это наш новый недельный дракончик. И осталось уже совсем чуть-чуть. Надеюсь, вы успели вывести железное пламя, потому что оно скоро закончится. Так, эпик 62 сил атаки, ничего примечательного, только для коллекции. Металл, земля и тень. Такие вот у него стихии. Дракон-работник может подчинить все. Это очень полезный навык, так как остальные драконы могут только ломать. Хм. Может быть, может быть. Так, ладно. И побежали. У нас уже, как видите, есть еще очередной дракончик. Кандидат на прокачку. Так, у нас еще где-то Феликс бушует, что где-то у меня есть гнездовье, которое надо переместить. По тематике, по стихиям. Так. Тут, что у нас тут? Тут земля, ветер. Все сгруппировано. Так, где эти у нас жилища находятся? Так, это тоже наш кандидат. Наверное, качнем в следующий раз инопланетянина. Или как он там правильно называется?
Так, вот здесь у нас, да, имеется пару жилищ. Вот здесь небольшой бардачок. Здесь жилище света, и вот жилище зелени и огня я здесь вижу. Ну, не знаю, как-то оно вроде там не особо и мешает. Ну, здесь у нас вообще все металлом застроено. Энергия и... Или, подожди, да, энергия и металл. Забавно выглядит, да, такая куча драконов. Такой кабардак. Заберем, давайте, наш котел. И пойдем попробуем посражаться. Так, у нас тут 17 очков. Это значит, должна быть легкая битва. Ну, ладно, давайте пойдем... Пока что сильным драконом пойдем. Неохота было переставлять всех драконов. Пойдем тем, чем есть. Так, а как называется вот этот дракон? У него такие ласты, как будто бы тюлень, но выглядит забавно. Так, туманчик. Пока что нам самый сильный. Довольно неплохо он продемажил нашего дракончика. Так, вот этот 100% за один удар не умрет. Он какой-то крепкий. Нет, нет, значит не этот. А ты? Яд. Ничего себе крепыш какой-то. Смотрите, тот с одного удара слег, а этот чуть ли не половину потерял всего лишь. Так, готовенько, теперь можно, правда, пару очков слить, чтобы нам противники чуть попроще попадались. Так, 16. 16 можно идти атаковать. Так, так, так. Ну, вот такие. По первому удару возьмем и побежим. Рысь готова. Прерия. Так, это у нас стихия либо конфетка, я их постоянно путаю. Ну, наверное, стихия. Так, этот шоколадный, но он мне показался в самом начале, как будто бы он из кусков резины сделан. Так, ну, и это какой-то светоч там, либо лучезарный, что-то вроде такого, да? Готовенько. Так, теперь нам нужно найти, чтобы было желательно 17. 16, нет, это крепко. До 600 очков желательно. Во, блин, 17, но тут 42 дракон. Ладно, давайте сейчас выберем своих самых сильных, а там посмотрим. Так, ну что, все выбрали, давайте будем смотреть, кто же нам тут попадется. Если сразу попадется кто-то сильнее или на уровень этого, то... стрёмно здесь, ребята, стрёмно. Идти, не идти, как считаете? Так, ладно, давайте возьмем тигра. С одного удара. Это хорошо. Блин, ну крепкие здесь, ребята, крепкие. Блин, пол жизни снял, а я его, как это так можно с трехкратным бонусом не завалить за один удар? Это просто какая-то мистика, ребята. Так, интересно, тоже симпатичный вот этот дракончик такой. Так. Ну, здесь, я думаю, мы разберемся совместными усилиями двух своих дракончиков. А оставшихся двух мы всегда можем победить с помощью наших двух усилялок. Ну, они, может, нам даже не пригодиться. И здесь что? Ну, предлагаю взять вот такое слабенькое.
хоть мы и дольше будем сражаться, но я берегу вот эти вот усиления необычные. У нас здесь есть дракончиков достаточно много. Так, ну, ягодка-то у нас крепкая. И она победила. Так, это был наш третий бой, и мы выполнили свое условие. Ух, смотрите, 666 кубков, ребята. Так, идем к нашему заданию. И дайте драконам еду. Отлично. Ну, тебе так тебе. Задание мы выполнили. Парочку себе духов заработали. Так, ну, на арене побеждать мы не будем. А вот в темницу это всегда пожалуйста. Так, давайте сейчас, кстати, чуть не забыл. Да, опять код дружбы, ребятки. 5B0F59. Так что заходите в маячок, в вкладку «Друзья», нажимаете кнопочку «Добавить друга» и сюда убиваете код дружбы, мой код дружбы и код дружбы всех, всех. И не забывайте каждый день вот здесь вот отсылать друг другу подарки. То есть я так делаю, вы мне так делаете, и так мы будем продолжать делать. Потому что эти подарки всегда полезны. Они вот приходят нам вот сюда. И вот видите, какие бывают подарки. Бывают кусочки дракончиков, бывают очки там порталов, зелень, еда. Особенно в начале это всем будет, ребята, полезно. Так, ну что, что еще, ребятки, заглянем на карту. Так, о, награда зомбик. Ради зомбика стоит здесь, мне кажется, побороться. Так, все, мы потеряли уже нашего дракона. Рысь, но он свою роль выполнил. Он защитил всех. Смотрите, хоть я и не добил всех, да, но если у драконов остается очень мало, то они, в принципе, все умирают. Хо, прикольно нам такую картинку дали почему-то сразу после боя, а не перед началом. Дракон-работник, забавная картиночка. Так, бой номер два, то есть три боя мы идем вот этой троицей, и потом нужно менять. Но если вы играете с мобильного устройства, а не как я через эмулятор, эмулятор называется Nox. Либо можете также скачать на компьютер себе эмулятор BlueStacks, называется. На этих эмуляторах вы можете устанавливать Android игры. Так, бой номер три, павлин, монах. Вот удача, вот этот беленький такой дракончик. Ну, копия рыси только... А, без крыльев, кстати, никогда не обращал внимания, что у него нет крыльев. Да, вот я хотел его вывести, он был у нас, по-моему, недельным, да? Но у меня не получилось. Удача была не на нашей стороне. Так, кенгурушка, павлин и монах. Вот эти даже я всех драконов знаю, это забавно. Так, а ну, кенгуруха, у тебя какие стихии? Зелень, огонь и ветер. Будем знать. Так, ну и пришла пора нам менять наших драконов. Давайте возьмем вот так. Вот так. И вот так. Кстати, он хорошо здесь заходит. Энергия против металла. Поджигаем. Это какой-то рабозило, да? Как называется вот этот дракончик такой? Игрушечный на заводе. Роботик.
Так, дракон принц, торпеда. И какой-то змей. Отлично. Еще один бой, да? Не, еще два боя. Ну, стало намного легче. Вот не знаю, как после того, как у меня появились драконы 45 уровня, вообще стало легко. Так, ну нас ослабили, но мы этого не боимся. Растафари. Дракончик металл. Энергетический удар. Так, а после этого нужно записать серию про Monster Legend. То вы просили. Так, так, так. Металл, металл. Много металла у нас тут. Совсем не больно. Зомбик. Так, давайте, ребята, держим пальцы накрест, чтобы нам попался зомбик. И не пришлось его покупать за очки. Так, кстати, даже будет быстрее, точно. Так, вот и все, мы прошли все подземелья. Так, легко, давайте закрываем глаза. Раз, два, три. И кристаллы попадись. Кстати, мы выиграли самый крутой приз, это радует. Больше всего очков, еще и 6 кристаллов. Но зомбик нам не попался. Давайте зайдем в магазин темницы. Посмотрим, что здесь есть. Вот, а, кстати, вот дракон-робот, так что мы уже теперь знаем, он так и называется, дракон-робот, а вот наш зомбик. У меня всего лишь 9000 очков, как видите, за прохождение лабиринта нам дается примерно 400-500, точнее, за прохождение темницы. Так что, ну, а монаха мы уже с вами купили. Следующий у нас на покупку зомбик. Кстати, зомбик у нас 64... Китсуны 59, слабенькие они какие-то совсем. И здесь 62, кстати, может робота взять. Ребята, голосуйте, что делаем? Возьмем робота или будем за зомбика? Кстати, я сейчас на вкладке сообщества это дело размещу. То есть, если вы не проголосовали, заходите на канал, там вкладочка сообщества, и там будет наше голосование. На этом тогда, ребятки, я с вами попрощаюсь. Добавляйтесь к друзьям мне, пишите ваши коды дружбы в комментариях. До скорых встреч, всем пока!